реабілітація не завершується у вашому відділенні, вона продовжується і вдома. Що мають знати ці люди, як поводитися, що робити, як це робити правильно? Я буквально от виступаю один раз, говорила, що від родственників залежить 50% успеха и реабилитации, когда пациент мотивирован, когда к нему приходят родственники, когда он знает, что у него его ждут дома, это очень сильная мотивация. Поэтому от родственников зависит очень много. Это ваши первое. Лекари навчают их, как конечно. Работать? Всегда, во-первых, вот Игорь Леонидович говорил, всегда, когда приходят родственники, я их приглашаю. Пожалуйста, приходите, приходите на занятия, чтобы вы могли продолжить все это дома, в условиях дома. Пациент дома лучше адаптирован. И понимаете, вот тут такой момент. Пациенты у нас находятся 3, иногда 4 недели. Они просто устают больше. Вот это сложно. И затем нужно продолжить реабилитацию в условиях, домашних условиях. Мы рассказываем, эрготерапевт рассказывает, как нужно устроить кухню, как устроить туалет, ванну, для того, чтобы пациент как можно больше мог сам пройти и себя обслужить. Восстановление после инсульта при условии, что человек будет постоянно заниматься от полугода до 2 лет. В наших условиях это усложняется чем? За счет чего? Потому что пребывание в больнице ограничено. Поскольку это больница, не реабилитационный центр, как бы частный. И мы даем рекомендации, когда пациент приходит домой, в домашних условиях там, ну, как бы консультируем близких, чтобы могли с ним заниматься.